Всем привет, и с вами Сергей Чураков, и в этом видео я вам покажу, как сделать переадресацию с домена на группу ВКонтакте. Итак, воспользуемся инструментами корпорации Access, заходим, вот здесь залогиниться надо, нажимаете Access Marketing, а если вы еще не партнер, вам предложит компания, конечно, стать партнером, оплатив сумму $59.95 раз в год. После этого вы попадаете в этот кабинет, более расширенный, и вам нужен инструмент VWebs. Для того, чтобы пользоваться этим инструментом, естественно, нужно пройти верификацию аккаунта. Как это сделать? Вы здесь нажимаете кнопочку «С чего начать» и делаете все по инструкции. Дальше нажимаете VWebs. Сначала вам, конечно, здесь на VWebs надо будет заказать доменное имя, это бесплатно было раньше, может быть и сейчас. И дальше нажимаете вот здесь «My сервисы». После этого вы переходите в C-панель, и здесь я вам сейчас покажу, где сделать переадресацию. Вот здесь есть кнопочка раздела «Домены» и перенаправление. Кликаем сюда. Значит, здесь тип, ну, здесь вообще видеоучебник есть, можете посмотреть ролик. Здесь перенаправление, делаю постоянный. Домен, вот этот домен сейчас я сделаю megamania.biz, пускай будут все. И его при переходе на этот домен будет переадресация, то есть перенаправление на группу ВКонтакте. То есть копирую вот этот адрес URL, перехожу сюда, вставляю. Должна загореться вот такая зеленая галочка. Дальше. Перенаправлять с W. Дальше. Перенаправлять только с W или с или без, то есть и не перенаправление. Значит, я буду ставить галочку и с W, и без W. Значит, перенаправление с или без W. То есть ставим галочку вот здесь. Если вам нужно перенаправление только с W, тогда ставите галочку здесь. Если вам нужно не перенаправлять с W, ставите галочку здесь. Дальше. Ставлю еще групповое перенаправление, потому что все огрехи, которые были, какие-то ссылки старые, они будут автоматически перенаправлены на эту группу, на этот линк, который вы сюда поставите. То есть, если вам это не надо, галочку убираете и нажимаете «Добавить». Это я сделал временно, потому что как только я сделаю нормальный сайт, я это перенаправление уберу и нажимаю кнопочку «Добавить». В настоящее время megamania.biz перенаправляется на вот этот клуб. И давайте проверим. То есть открываю этот ссылку в новой вкладке. И, как вы видите, произошло то, что я и хотел. То есть перенаправление. Еще раз я вот так сейчас копирую. Открою сейчас в другом браузере. То есть вот здесь. Вот так вставить. И нажимаю Enter. То есть вуаля. Все, что надо. И, допустим, вот так, косая черта, там какая-нибудь абракадабра. Так, косая черта не получилась. Вот так. И там чего-нибудь было, допустим, какой-то адрес. Если я вот так сделаю. Вот. То есть это дописывается. Значит, с этим надо будет разобраться. Скайп работает. Ага, скайп не работает. Так, тогда немножко надо изменить. Так, megamania.biz. И вот это я сейчас удалю.
Отменить перенаправление. Назад. Так, и еще разок. Копирую адрес. Вставляю. Тогда галочку «Групповое перенаправление» я делать не буду. Вставляю вот здесь галочку «Перенаправление с или без W» и нажимаю «Добавить». Проверяю. Открыть ссылку. Так, хорошо. Стоп, 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 стоп. Допустим, Skype убавим. Да, значит, вот смотрите, что у нас получилось. То есть, когда я убрал галочку. То есть, если я просто теперь перехожу на домен, идет автоматическая переадресация. Если я перехожу на домен и, допустим, включаю, у меня есть в папке еще раздел Skype, нажимаю Skype, и запускается Skype, мне предлагает. Ну, допустим, если там битая ссылка какая-то, открываю, сервер не найден. Ага. Ну, в принципе, все нормально. Вот. Как временная мера, мне это устроит. Потому что многие ссылки у меня ведут именно на основной домен. Хорошо, с вами был Сергей Чураков. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Вступайте в группу. Всем пока.